Вот он момент истины. Момент истины, когда ты в рисик с картошечкой начинаешь ложить морскую рыбку. Кусочки. Вот это идет ёршик. Ерша филе. Далее. Идет кусочек бычка. Барабулечка. Это кусочек барабулечки. Головка барабулечки не помешает тоже. Такая крупная барабулечка попалась. Дальше идет хвостик ерша. Скорпеночки. И даже идет вот к бычку, к хвостику, даже идет селедочка. Поймал даже селедочку. Хвостик барабульки. Кусочек еще скорпеночки ерша. Ой. Вот это идет перед головой, такая часть тоже плотная в мясе. Ерша. Еще один хвостик барабулечки. Бычочек. Вон полосочка бычочек. И вот такой шматочек мощный ерша. Ну что, добавляем еще бычка и плотное филе барабульки. Ну и, конечно, для закрепления ухи, как говорил мой друг, и не помимо того, чтобы потушить головешку из костра, обязательно нужно долить немножечко водочки. Вот так. Уха удалась. Если была бы еще головешечка, было бы вообще отлично. Вот этот наварчик меня с утречка порадует.